капитан панства. Последняя ночь, последние сутки в столице Польши. Еду по полюбившейся мне, опять же, одной из главных улиц столицы. Чуть дальше будет посольство США. Там будут стоять, как обычно, полицейские. Они иногда, когда я еду не на нужный мне цвет, не на зеленый, иногда делают мне замечания. Вот так под Новый год. Она светится и сияет. Новый год уже будет отмечать без меня. Может, пешком пойти здесь? Да, пожалуй. Новогодняя улица. Цветет и пахнет. Сколотил я сегодня. А, ладошку нужно поменять или нет? Сколотил я сегодня за 9,5 часов по 8 злотых. 76 злотых сколотил. Секунду. Оп. Счастливый, еду домой. Билет уже куплен. Билет стоит 170 злотых. Сутки в автобусе. С вещами и с велосипедом. И Новый год с близкими и любимыми. Кстати, похолодало. Сутки до Нового года. И похолодало. Будет, я думаю, до десятки. Снега пока что нет. Поэтому Новый год довольно-таки сомнительный. Хотя католики его и отмечают немного не так, как мы, мне кажется.